Не врите себе. Невозможно расстаться друзьями. Если вы друзья, вы не расстаетесь. А если вы расстаетесь, то вы не друзья. Дружба – это отношения, основанные на высшей степени доверия. В них люди действуют, даже вопреки собственным интересам, ради своего друга. Так что если вы действительно друзья, то вам не с чего расставаться. Вам нужно просто сесть, налить себе чаю и поговорить. Обсудить, как друзья. На самом деле, когда люди говорят о расставании с друзьями, они имеют в виду совсем другое. Они хотят расстаться тихо, мирно, без скандала. И это вполне понятно. Всем хочется быть хорошими, никто не любит скандалов. И поэтому, ну, как-то вот лучше, чтобы вот этого поножовщины никакой не было, чтобы мы тихо, мирно разошлись. Да, вы вполне можете сохранить некоторое приятное такое приятельское фасадное общение, но не надо называть его дружбой. И если вы действительно решили расстаться, и вам страшно, что будет скандал, и будет как-то очень плохо, скажите честно, я хочу расстаться, и хочу это сделать максимально безболезненно для тебя и для себя. Это не самая лучшая формулировка, потому что самой лучшей нету. Но она точно лучше, чем аморфная «давай расстанемся друзьями». Она четкая, честная и ясная. Да, будет немножечко больно, но это лучше, чем тот туман, в который вы погружаете человека, предлагая ему расстаться друзьями.